Раздвоенный, я больше не мог молиться. Тот другой во мне не давал. Стоило мне только, отвечая искреннему порыву сердца, молитвенно сложить руки, упасть на колени, как он забегал вперед, становился между мной и Богом и начинал подмигивать, хихикать и корчить рожи. Или еще хуже, гротескно повторять каждое мое движение, взгляд, интонация. И часто из моего рта, открытого для молитвы, сыпались проклятия. Thank you.
Bye.
We'll be right back.
Thank you.